Здравствуйте, дорогие мои зрители! Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, и я желаю вам только здоровья. Все остальное у нас с вами будет. Хочу представить вам вот такую рождественскую праздничную зимнюю коллекцию. Поехали! Так, напоминаю про наши с вами подарки. Вот в каждую посылочку вкладываю вот такую коробочку для ваших родных и близких для украшений. Итак, заснеженный лес, обратная сторона. Все украшения будут от Андрея Крамарева, 18,5 размер. Вот так на ручке. 1200 рублей. Еще колечко. Смотрите. Вот так. Вот. Вот она, красота. Обратная сторона. 18 размер. 1400 рублей. Низельберг в серебрении. Это все Андрей Крамарев. Следующие два колечка у нас пойдут по распродаже. Вот такой осенний лес. Осенние краски, на просвет, обратная сторона, 19 размер, 1400 рублей стоит такое колечко. И еще похожее колечко, вот они два почти что одинаковых, цена одна, 1400 рублей. Вот смотрите, обратная сторона. И вот так здорово смотрится на просвет. 19 размер. Могу растянуть вот эти два кольца, наверное, до 20,5. Вот так. 1400 рублей. Два колечка по распродаже. И подвес. Вот этот подвес тоже идет по распродаже. Стоит он 1600 рублей. Вот такой, значит, вместе с бейлом 9 сантиметров. Подвес большой, подвес роскошный. Ну, там понятно, у меня бирочка прилеплена, но все-таки. Так, с распродажей закончили. Итак, поехали. Еще колечко. Смотрите. Смотрите, какая красота. Обратная сторона. Размер 19. 1600 рублей. Еще колечко. Вот оно. Вот так. Тоже 1600 рублей. Размер 18. Вот так. Так, следующее колечко. Смотрим. Вот оно, вот оно. У меня темно. Вообще такие вещи, конечно, нужно днем смотреть. 1700 рублей, 18,5 размер. Вот такой роскошный маркиз. Длиннющее кольцо, значит, давайте специально его 6,3 сантиметра в длину колечко, 18 размер. Так, 1700 рублей. Еще колечко, смотрите, поперечное, вот такая красота. Покажу. На просвет. Что-то я его как-то не по-русски взяла. Ну, вот так. Размер 18,5. Смотрите. 1700 рублей. Еще колечко. Круг. Смотрите. 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 Так. И вот так я его еще могу показать. Вот. Вот оно, вот.
1700 рублей стоит колечко, 18,5 размер. Повторяю, у нас уже темно на улице, и, конечно, эти вещи нужно смотреть при солнечном свете, тогда, когда видно. Так, треугольное кольцо, смотрите, поперечное, вот такая шикарная красота. Обратная сторона, размер 18,2, 1800 рублей. Смотрите, вот такая красота у нас. Следующее колечко. Еще овал, смотрите, высокий, узкий, длинный. Вот так это все. Давайте покажу еще поближе. Обратная сторона, размер 19. Вот так. 1800 рублей. Дети разбегались, и я отвлеклась. Так, и еще колечко, треугольничек. Смотрите, был у меня как-то вот подвес такой фиолетового такого цвета. Смотрите, вот такая разноцветная красота. 18,5 размер. Вот так. Сейчас покажу еще. Смотрите. Вот. 1800 рублей. Еще колечко. Смотрите. Вот. Вот, красавчик. Ежик в тумане. Так, размер у нас 18,5. Вот так. И стоимость его 1800 рублей. И ежик вон он идет со своим узелочком. И еще колечко. Смотрите. Вот такое шикарное. Обратная сторона. Размер 18,5. Посмотрите, вот хотела потом рассказать, посмотрите, как здорово он подходит к вот этому комплекту, это колечко. Смотрите, прямо вот, что называется, из одного куска пилили. Смотрите, вот так. Ну, давайте чуть позже. 1800 рублей, размер 18,5. Так, поперечное кольцо, смотрите. Так, нет, не так, вот так, наверное. Вот это пейзаж, вот это здорово. Вот так все происходит у нас. Размер у нас 18,2. Да что ж такое, детки заглядывают. Так, точно 18,2, да, 18,2, стоимость колечка 1900 рублей. И еще колечко, вот такая, смотрите, веточка, вот она, вот такое шикарнейшее кольцо, овал, такая мини-картина, миниатюра, я бы сказала, размер 19. Стоимость этого колечка 2000 рублей. Такая в японском стиле. То ли сакура цветущая, то ли веточка. Вот давайте ее вот так посмотрим. Вот она. Ой, красавица. Красавица. Вот такая у нас с вами веточка. 2000 рублей. Так, подвес, значит, по распродаже 1600 рублей я проговорила. Остальные три подвеса наши шикарные будут стоить 2000 рублей.
Вот такая красота. 2000 рублей, обратная сторона. И еще одна красота. Смотрите. Ой, ой, ой. Разнервничалась, чтобы детки не зашли, чтобы их не... Так, еще подвес. 2000 рублей. И еще подвес. Смотрите, какой. Вот такая красота. Его, по-моему, и так видно без подсветочки. Шикарнейший. 2000 рублей. Значит, подвесы не маленькие. Значит, положу линеечку, чтобы можно было ориентироваться в размерах подвесов. Итак, комплекты. Смотрим. Вот такое колечко. Обратная сторона. Размер 18,2. К колечку сережки. Вот такой комплект. 4000 рублей стоит этот комплект. Значит, моховый агат. Его ценообразование складывается из чего? Насколько сложный рисунок он образует? Посмотрите. Так, понятно, камера. Вот такой комплект. Смотрим. Вот так. Смотрите, смотрите, какая красота. Вот такая миниатюра у нас. Так, обратная сторона. Размер 18,5. К колечку вот такие серьги-капельки. Все серьги не тяжелые, срезы очень тонкие для того, чтобы просматривался рисунок на наших шикарных агатах. Вот такой комплект, миниатюра, стоит 4200 рублей. Значит, комплекты я не разбиваю. У меня есть и... вот посмотрите, они все подобраны друг к дружке. Еще комплект. Смотрите. Смотрите, какая миниатюра. Вот он. Очень сильно напоминает вот торчащие из-под снега веточки сухие. Вот такой получается у нас с вами первый снег. Пусть будет так. Так, 18 размер. Серьги. Посмотрите, какая красота. Значит, этот комплект стоит 5000 рублей. Так, и есть у меня два шедевра. По-другому не скажешь. Вот смотрите, и не говорите, что вы не видели. Так, вот смотрите, какая картина. Вот так. Тут и туман, и коряги, и ели, и горы. И все на свете можно разглядеть. К подвесу сережки. Смотрите. Вот так. Такие серьги. Смотрите. Вот так. Стоимость комплекта 6000 рублей. Ну и наша миниатюра. Значит, что я вам хотела показать? Вот это кольцо из предыдущей поставки. Его не купили. И посмотрите, вот насколько здорово оно подходит к этому комплекту. Ни в коей мере я вас не агитирую покупать все вместе оптом, тем более, что сумма получается неподъемная, даже с рассрочкой.
даже вот со всеми, вот, так сказать, лояльностями. Вот, ни в коей мере. Просто, вот, вы знаете, мне самой очень интересно. И безумно стильные серьги. Смотрите, какие швензы. Вот такие миниатюры у нас сегодня. Давайте попробую сережечку. Ой, камеру сбила. Сережечку показать. Вот она. Вот красавица. Миниатюра. Вот так. Стоимость этого комплекта тоже 6000 рублей. Итак, на этом все. Я с вами прощаюсь. Положила я линеечку, чтобы видно было размеры наших шикарных кулонов. Я желаю вам счастливого Рождества. Будьте здоровы и исполнения всех ваших желаний. С вами была Татьяна.